Всем здорово, ребят. Ну что, обновился тайванский сервер, и сегодня у нас уже третий день новой локации Tower Defense. Мы попробуем ее пройти. Вот у нас появились герои, насколько я понял, это герои с каким-то замедлением. Не знаю, что это такое. Посмотрим, уже думаю, на русском сервере более ясно будет. До этого у нас этого не было. С уменьшением энергии, там со станом. Но вот это первый раз я вижу у себя, по крайней мере. В общем, поехали, соберем героев. Некоторые ребята говорили насчет интересной тоже героини, это Афина. Сейчас ее найду. Вот у меня есть Афинка, можно ее тоже сделать, в принципе, как вариант поставить на нее воодушевление, и она тоже неплохо зайдет на новой локации. Плюс супер питомцы, кстати, очень большую роль тоже будут отыгрывать, особенно для бездоната. Такс, у нас тут по героям, берем сюда тыковку, пробуем. Сейчас тыквы поставим воодушевление, фобу уберем и попробуем еще Афинку. Ледяха у нас есть, я вам показывал, как с ледяхой воевать. Бигфут, кстати, тоже круто заходит. Ну, сейчас посмотрим, что у нас будет, сложные или несложные подземки. Ой, точнее, эти локации, волны. Так, где там все Афины мои? Это я уже потерял. А, вот она. Так, это есть. На тыковку сейчас поставим. Подушку вместо раскола. Поехали, потестируем, посмотрим, что же в итоге у нас получится. Такс, ну, начнем с первого старт. Ну, тут они все бегут в линию, значит, в начале самом попробуем, поставим тыковку. Ледяху дальше, но видите, герои немножко далековато друг от друга, поэтому надо это учитывать. Ставим Афинку, она будет заряжать у нас всех героев. Пробую с Зефиром. Тыковка не дает никому пройти. Так, Купидона, интересно, кто-то успеет пробежать? Не все. Все пока слабенькие, усиления особо нету. Так, и Варлок у нас тоже с ускорением. Мне показалось, или Афина тоже достает? Тоже достает. В принципе, она должна по такой зоне доставать. Без проблем первой. Мы зафармили. Интересно, у нас награды поменялись или нет? Нет, все-таки те же награды. Поехали дальше, стартуем. Так, Гарпия. Вот это будет интересно. Так, тыковка. Ледяха. Вот Гарпии, видите, проходят немножко. Ну, в принципе, не особо страшно. Да, Афина тут не достает, так осталось. Смотрите, арктики пошли, точнее, одна босс, был босс. Пока ничего сложного, честно говоря, нет. Сегодня же 20 число, сегодня шарик должен быть. Посмотрим. У нас в шарике добавили. Так, прошли. Без проблем, поехали на следующую. Стартуем этим же составом. Так, тыковку, наверное, мы поставим где-то по центру. В принципе, можно тыковку здесь, ледяху здесь.
Квинтли здесь. Не знаю, должно нам их хватить, по идее. О, здесь тоже Афины уже, видите? О, землеройки пошли, нифига себе. Вот, ребятушки, вот теперь будет жара, реально. Вот теперь будет трэш. Не все так просто теперь. Но посмотрите, как Феникс у нас морозит. С одной стороны ставим Феникса, с другой стороны можно поставить там Бигфута вместо Огника, и все будет good. Но вот это вот ускорение реально очень жесткое. Поэтому я не знаю, что будет дальше, но, как я и говорил, здесь Ледяха будет все-таки топчиком. Вот Афина, посмотрите, куда добивает. Как-то странно ее скилл добивает в ту аж ту сторону. Вообще отлично. Просто налегке проскочили. Вот так вот. Блин, странное, надо будет почитать название. Окей, поехали, перезайдем. Такс. Да, вот есть он. Немножко попозже его добавили, нежели я зашел. Давайте начнем отсюда. Что у нас тут есть? Новогодние. Так, подарки. Понятно. Понятно. Ну, скины на космо. У кого он есть, у кого нету. Тоже скин, в принципе, хорошо. Новые итемы. Не так уж и много. 30 штук всего дали. Но вот это вот неплохо. 15 эмблем можно зафармить 10 левела. Это реально плюс. Довольно-таки, я вам скажу, неплохая тема в этот раз по шарику. То есть фармить есть смысл. Так, что еще у нас есть? Обмен. Ну, здесь обмен неплохой, но на русском сервере, как обычно, обмена не будет. Но я думаю, никто с без донатов не поменяет вот это 200 штук. И Фрейю второй эволюции на 10 осколков. Ну, ладно, я промолчу. Посмотрим, что будет на немке. Немки там обычно по-другому. Ну, камешки, их и так можно достать, тоже бессмысленно сливать героя. Но здесь уже, видите, со скиллами третий скилл пошел. То есть не просто так, а еще должен быть третий скилл. Ну или выше. Ну, блин, 5000 самоцветов, Бигфут на Крока поменять. Ну, камон, ну, ребята, ну что за фигня? Сделайте обмен каких-то ресурсов на какие-то ресурсы. Это было бы интересно. Ну не это. Так, и здесь у нас обменки. Можно просто обменять на сундучки, если у вас очень много. Ну, такой себе, ну, не знаю. Но шарик сам по себе хорош. Мне реально он понравился. Неплохо. Скин есть. Скин на здание. Ну, вот итемы вот эти вот очень важны будут, особенно для бездоната. Ну, руны 10 таланта – это плюс. Это однозначно IGG плюс. Так, что у нас еще? Может, что-то еще поменялось? Поехали, посмотрим. Вот. Непонятные акции. Ну и островок, где возможно словить пока что недостающего, не, я даже не знаю, как сказать, нереального героя для всех. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Видосик я вам уже утром загружу, тот, который обещал, кто в теме, те знают. Надеемся, что когда-то к VHG придут нормальные ребята, которые будут тестировать игру, будут играть в эту игру и будут понимать, что они добавляют. В принципе, все. Всем удачи, всем пока.